Спартакиада на острове на базе отдыха «Меридиан». Предприятие «Матурсич» прошла ежегодная спартакиада с участием команд из разных городов Украины. На культурно-спортивном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Уже четвертый год молодежный отдел «Матурсичи» проводит эту спартакиаду. Принимают участие в ней молодежные команды авиастроительной отрасли. Кроме моторовских команд, в соревнованиях участвовали команды Лубнянского станкостроительного завода, Волочиского машиностроительного завода и Днепропетровского агрегатного завода. Всего в этом году 15 команд. Такие мероприятия – важный элемент корпоративной культуры, говорят организаторы. Мы собирались здесь нашими молодежными коллективами на 3-4 дня, завязывались неформальные, очень тесные такие отношения, которые вот сейчас нам по работе очень сильно помогают. И по большому счету, когда ты едешь на любое другое предприятие нашей авиастроительной отрасли, всегда есть наши друзья, которые есть о чем поговорить и есть что вспомнить между собой. Соревнуются не только в спорте. С утра проводят соревнования по рыбалке. В этом году немного подвела погода, рыба почти не клевала. Мешал, конечно, ветер. Оборвал один крючок, поломал один поплавок, пришлось менять удочку во время ловли. Ну, в принципе, учитывая опыт предыдущих лет, стараемся каждый год участвовать, учли все ошибки. В итоге набрали необходимую массу, которая, думаю, хватит для попадания в призовую тройку. Из того, что поймали, сварили уху. Лучшую определяли коллеги и судей. Победители поделились своими секретами. Секреты – это... В первую очередь надо с утра рыбку ловить. Рыбка должна быть свежей, живой. Это самый первый секрет. Не с холодильника, не откуда. Во-вторых, надо на костре. Ну, есть свои секреты. Чуть-чуть 150 надо добавить. Золу потушить, как в котелочке обязательно. Ну, и постоянно помешивать, попробовать. Чем чаще пробуешь уху, тем вкуснее она получается. Еще стреляли из лука, играли в футбол и волейбол. В футбольном соревновании победила команда из Днепропетровска. В остальных конкурсах чаще лидировали моторовцы. Ребята все молодцы, как бы все идут практически как бы ноздря в ноздре. То есть у всех нет такого, там проиграл, вылетел. То есть кто-то выиграл, кто-то проиграл. Друг друга все болеют. Такие соревнования как бы сплачивают молодежь. Как бы все это просто для того, чтобы молодежь была чем-то занята. Да? Мы как бы приобщаем их к спорту, к культуре отдыха. Главное в этих соревнованиях не победа, говорят организаторы, а новые знакомства и, как следствие, крепкая дружба предприятий.